Вот так вот интересно было прогуляться. Вот. Вот аквадом. А вот дом, где мы сейчас живем. Вот он. Наш гастхаус Лангенфельд. И под нами шатается мост. Реально шатается. Смотри, как я сфоткала. Это мои ноги, а это его пропасть отражает. Потому что он на консоли находится. Ну, сейчас не страшно. Все снегом залеплено. Но в целом неплохо. Так, цель наша вот туда. Мы должны спуститься. А, нет, даже это Винкль, по-моему. Это Винкль или Хубин уже? Хубин. А, вот это уже вот. Я не знаю. Вот по идее мы вот туда должны спуститься. Вон к мостику, Хубин, вон туда. Хубин. Вроде бы к этому мосту должны мы спуститься. А может дальше, может он к тому мосту. Ну что, нам еще тут предстоит погулять по горам. И мы полны решимости. Интересно сделано. Понять не могу, еще рожки сделаны. Остальное это понятно, какие-то гайки, болты да прочее. В чем тут обратили внимание, где-то художник такой есть. По металлу. А место называется Тауфельсканзель. Я думаю, что это дьявольский мост называется это место. Но в целом, правильно, да, в целом, да.